Итак, мы представляем второе появление в прямом эфире. Нашумевшая коллекция «Осень-зима-2023». Именно сегодня, уже с бесплатной доставкой, мы представляем «Культ Куэвира» и говорим вам о том, как выглядеть стильно, о том, как ждать зиму и пережить холода, и при этом понимать, что можно гулять часами на улице, только если у вас хорошая, дорогая верхняя одежда. Коллекцию представляет сегодня наш любимый эксперт, ваш личный имиджмейкер Микола Комендров, который собирает не только звезд, не только для красных ковровых дорожек и для шоу «Новая волна», но и сегодня для вас он представляет самую теплую, уютную коллекцию. Микола, что скажешь? Главным предложением сегодняшнего дня становится главное предложение любого магазина и любого покупателя. Ведь сейчас на умах женщин стоит только как бы красиво утеплиться. Данное предложение выполнено в обычном, лаконичном, простом дизайне, что даст возможности без труда сочетать его с любимыми стилистическими решениями. Красивые полуспортивные элементы в стиле спортшик красиво дополнят ваш образ и при этом придадут ему особую изюминку. А современные технологии предлагают нам водонепроницаемое полотно тафета с красивым жемчужным отблеском, под которым скрывается особая технология крепления синтепона. Сегодня мы с вами обсудим, почему этот синтепон получил особое предназначение, почему финны именно выбирают для своих пуховиков такие утеплители, и, конечно же, согреемся до минус 20 градусов. Ну, самое лучшее предложение. И самое главное, действительно, лучшее предложение до минус 30, до минус 30, причем, обратите внимание, стоила такая куртка 10 тысяч рублей только один день. Цена спускается с бесплатной доставкой до 4 999 рублей. Очень красивый джинсовый цвет. Да, такой небесно-голубой оттенок с этим красивым жемчужным отблеском. Смотрите, как красиво будет смотреться тоже с денимом в сочетании. Ментоловый оттенок, такая, знаете, холодная мята во льдах арктическая. Здесь у нас сегодня с вами на контрасте вот этот аппетитный оранжевый элемент очень эффектно смотрится. Также есть лиловый цвет, у нас такой нежно-голубой фиолетовым подтоном. И завершает палитру классический черный. Обратите внимание, черный не глубокий мрачный. За счет сатинового блеска также видны детали, прострочки. Поэтому не смотрится мрачно и грустно. Самое главное, что это второе появление в прямом эфире. И у нас уже идут звонки, и телезрительницы выбирают. У нас эта коллекция представлена от 50 до 60 размера. И причем я более того скажу, когда мы месяц назад представили эту куртку, тогда уже большие размеры были распроданы полностью за 3 минуты прямого эфира. Поэтому поторопитесь, второе появление уже, можно сказать, легенда. Микол, я выбрала на один размер больше, то есть я могу подобрать, да, допустим, плотный джемпер внутри или как раз костюм, который я сегодня выбираю. Скажи, как правильно выбрать размер, с какими типами фигуры? Данное предложение я сразу автоматически рекомендую выбрать на размер, на 2 больше, в зависимости от того, какую вы одежду тоже учитываете и носите. Верхнюю одежду всегда лучше забирать чуть свободнее. Но при желании можно выбрать и размер в размер, если у вас по критериям вес всегда стабильный. Что касается изделия, по всем замерам, которые я сделал до эфира, каждого размера, причем я мерил и 50-й, для сравнения 54-й, по сантиметрам каждое изделие соответствует ГОСТу таблицы. Но за счет именно утепления верхняя одежда всегда немножко становится меньше. Поэтому ее нужно брать на размер больше, чтобы она стала размер в размер. Да. Теперь в сантиметрах. Капюшон в глубину у нас идет с вами 27, в высоту 30 сантиметров. Плечевая зона, острота ее 11 сантиметров, окружность рукава 40, длина изделия 98 сантиметров, по груди в 50-м, как положено по ГОСТу, 100, а по бедрам 110. Что касается, например, для сравнения, в 54-м грудь идет на 120, бедра на 160. Слушай, мне очень нравится. Вы знаете, вот куртка-пальто, мне очень нравится отзыв. Я посмотрела от нашей телезрительницы из Костромы, от Натальи, которая сказала: «Леночка, еще в прошлом году я купила у вас с Миколой подобное пальто-куртку», говорит. Как я люблю. У нас бывает разная погода, и я, говорит, конечно, для себя выбрала такой универсальный вариант, который можно подобрать подо все. И под джинсы, и под платье, и под юбку какой-то. Но самое главное, что, говорит, я никогда не любила зиму, но я стала ждать это время года, потому что у меня появилось красивое, теплое пальто, которое я ношу все три сезона: осень, зима и весна.
При этом данное пальто у нас с вами, пальто, пуховик, куртка, будет хорошо сочетаться с любыми действительно вашими изделиями. То есть не будет висеть в шкафу, если вы сегодня красиво, празднично оделись, но пуховик не подойдет. Его сатиновый блеск подойдет как раз таки к вечернему настроению, образом. То есть можно будет сочетать с шелковистыми элементами в виде блуз, платьев и так далее. Также за счет спортивных элементов в виде вот таких аксессуаров, качественных репсовых лент, акцентных, ярких, оранжевых, например, вставок, да, и вот таких различных брелоков, мы с вами получаем сочетание с худи, толстовками, и можно даже и сочетать с любой обувью. Внутри у нас с вами находится особый утеплитель, который, кстати, был изготовлен финнами. И данный продукт отличается от обычного синтепона тем, что во время его начесывания его нагревают, и тем самым он спаивается не с помощью достаточно едкого клея, как некоторые производители делают, а самостоятельно между собой. То есть получается волокна при нагревании начинают склеиваться друг с другом. В итоге мы получаем пористую, такую достаточно упругую поверхность губки, которая дает возможности этому полотну застревать теплому воздуху и как бы его капсулизировать. Данное предложение получило в Финляндии особое значение OTK Technology. Это специальная компания, которая всегда подтверждает утеплители, либо его отметает с рынка, либо зафиксирует. С 2014 года утеплитель Синтепон, который был выполнен именно в двух биосферных элементах спаивания, становится один из самых лучших и по сравнению с собой встает на один уровень сверблюжьей. Но я хочу сказать, что финские пуховики стоят минимум 1015 и выше, а у нас цена 4999. Бесплатная доставка. Оплачивайте банковской картой сразу, получаете скидку 5%. Не забывайте, делая заказ сейчас куртки по промокоду N500, только для новых телезрителей сегодня еще и скидка 500 рублей. У нас уже отзывы от Кристины, которая говорит о том, что она благодарит наш телеканал, одевается модно. Найти красивую, недорогую одежду на мой размер очень сложно. Но здесь Кристина Лукашенко ее нашла. Что касается длины, скажи, Микола, она всем подойдет? То есть куртка, пальто, правильно? Да, это все-таки у нас пуховик, пальто, да, или куртка, пальто, который идет до колена. Дама у меня чуть ниже ростом, она может быть ровно по колено. То есть хорошо будет сочетаться с платьями, юбками, с длинными именно формами любой конструкции брюк. Можно вот так же, например, сочетать со спортивной обувью, полуботинками классическими, да, или, например, в стиле милитари. Сочетать с костюмами из футера, трикотажем, шерстью, кашемиром, шелком, атласом. Да. И так далее. Напомню, куртка оснащена капюшоном и согревает до минус 20 градусов. И самое главное, джинс лиловый, мой цвет, цвет изумрудный, ментоловый, уже самый популярный, конечно же, черный. Удивительно уникальная цена с бесплатной доставкой. Вместо 10 000 – 4 999. Количество товара ограничено.